Okay, so now we're gonna move on to the lips. Под окном что находится? Околодник. Подоконник. Околодник. Подоконник должен быть вровень со стенкой. Вровень должен. Вровень со стенкой. Вровень должен. Или он должен немного. Так, три. Примонтировал машину. Стал заводить. Скорее всего, перепутал газ с тормозом. В общем, короче, врезался в подъезд. Там могли находиться дети. В общем, управляющая компания «Новый город». Если вы завтра же не поставите столбики, мы перейдем в континент. Мы больше ждать не можем. Вы шутите с огнем, блин. Сейчас в один нам попадать на дорогу.
сдали в больницу. Сидели, сложились, да? Ну да, получается. Чтобы хоть как-то свою машину на парковке отличить от других. Город, где непослушных детей пугают видом из окна. Здесь живет Сергей Юрьевич Беляков, который, как и многие россияне, очень... Мудак ебаный, блядь. В таком массовом явлении, как мужская измена. По статистике, изменяет своей супруге каждый второй мужчина. Да ебаный твой рот, блядь, сука! Том, я же у тебя первый. Помнишь, нет? Говоришь, блядь, долбоёб, блядь. Баный в рот. Так баши.
Обнародованы кадры аварии, в которую попал автомобиль Следственного комитета. Все произошло на оживленном шоссе. Как только загорается зеленый, байкер резко выезжает на перекресток. В этот момент появляется машина ведомства. От сильнейшего удара мотоциклиста отбрасывает на несколько метров, а служебная легковушка опрокидывается и скользит на крыше. Мужчина, который управлял байком, выжил. Он попал в больницу с множеством травм. Если еще пострадавшие не сообщаются, по предварительным данным, водитель спецавтомобиля ехал с проблесковыми маячками на красный. В обстоятельствах аварии разбираются эксперты.